Ну чё, как самочувствие? Нормально. Ты вчера столько выпил, я даже думал, что ты сегодня не проснешься. Да нет, все хорошо. Ну ладно. Где мы 2 дня были, а? Рыбу ловили. А рыба где? А вот. Смотри, сколько поймал. Так она сушеная. Ну, так на улице погода жарко, она высохла уже. Барсик! Барсик! Паразит, а котлеты не жрет. Ладно, Валера придет, разогрею. Наташ, давай сюда, короче. Нет, ну они маленькие, еще да. Нам еще жизни не видели. Да не давай, давай, давай. Я не дам. Ай! Вот, ей голову с плеч. Так, что это здесь происходит, я не поняла. Что происходит, я не поняла. Кому прибыли? К мужу. Погранпост гаражного кооператива. Вы въезжаете на охраняемую мужскую территорию. Будьте добры, скажите номер гаража и кому прибыли. К мужу я хочу сюрприз сделать. Пропустите меня. А муж в курсе? Нет. Извините, разворачивайте машину, уезжайте. Без звонка не могу пропустить. С каких пор-то я не могу попасть? Это охраняемая мужская территория. С тех пор и не можете попасть. Все. В смысле мужики мужская? Устали, создали погранпост. Разворачиваемся, уезжаем. Мужики создали погранпост? Проезд не загораживаем, уезжаем. Кошмар. Вообще, вы уже обнаглели. Вообще уже. До беспредела обнаглели. Просто обнаглели. Мам, а ты что, раньше любила сериалы смотреть? Да нет, доченька, Изаура, а с чего ты взяла? Что я это? Понять не могу. Вы понять не можете, что мне надо? Да. Мне нужен, сейчас скажу, мне нужен этот стимулятор для... Ну, Виагра, да? Да, 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 так... примерно. Но есть наш, это, аналог, наш, не угу. Вот этот... Я понимаю, но мы же не аптека, мы ломбард. А где аптека, блядь? Закрыто. А я думал, что аптека вы. Ломбард. Да ладно, хрен с ним. Вы ломбард. А я-то к вам, блядь, как в аптеку пришел. А я думаю, ничего страшного, ладно. Ну ладно. До свидания. До свидания. Всем хорошо. Мама, почему тебя папа называет змеей? Меня папа так не называет, с чего ты взял? Я слышал вчера, что папа говорил соседке, что эта змея завтра уйдет на работу и может приходить. Что он там... Хочу, чтобы скотина сама покормилась. Хочу, чтобы огород сам скопался. Хочу, чтобы моя Люся никогда на меня не злилась. Я тебе сейчас этой щукой по мордам надаю, сказочных хренов. Одна ты меня понимаешь. Ты что, охренел? Резать надо на доске! Пошли быстрее, пошли. Мама, я больше с тобой в маршрутке не поеду, мне стыдно. Чё, ты зачем мужику опять подтягивала штаны? От работы ты всю жизнь в детском саду. Привычка у меня. Что у него вон спустились? Я что должна смотреть на это? Конечно, я подтянула ему. Но ничего страшного. Соседи шашлыки жарят. Опять нас не позвали. Сейчас позвоню в полицию, буду жаловаться. А вот если б не пожалели куска мяса, хорошо бы время провели все вместе с нами. Чё не женишься? А куда торопиться? Мне только 50 лет, я еще не нагулялся. А ранние браки – это очень плохо. Соседка баба Галя меня все пугает. Тебе уже, говорит, столько лет дождешься, придет тебе невеста с косой. Не, а чё в женитьбе хорошего?
Это только в сказке целую жабу, она превращается в царевну. В жизни все наоборот. Баба, попав в квартиру, ведет себя как оккупант. Сразу устанавливает свои порядки, грабит коренное население, не дает местным пить, гулять и угоняет в рабство к фюреру, к теще на даче. А что ты, Валюха, ты чего? Я не знаю, Ваня, я как-то вот это вот не ожидала. Поехали. Да ты что такое вообще? Здравствуйте, наверное, да? Здравствуйте. Вы ничего не перепутали? Что мне перепутывать? От бабы Маши тебе привет. От какой бабы Маши? Дверь откройте, выйдите, пожалуйста, обратно отсюда. В смысле, от какой бабы Маши? Гадалка баба Маша только что по картам раскинула, сказала: выйди в первую машину, сядь, это твоя судьба. Поехали, судьба моя. Какая твоя судьба? Из машины выйди, психбольная, ты чё? Ты что, не женат, что ли? Женат ты? Да не женат. Ну вот ты, моя судьба. Поехали, дел много очень. Давайте не будем обострять дверку, открывайте, выходите, пожалуйста. Не заставляйте меня вам белую машину вызвать с красного креста. Да что за мужики какие-то, бабка, блин, обманщица. До свидания. До свидания. Больная какая-то, ты посмотри. Здравствуйте, вы позвонили в скорую помощь. Ваш звонок очень важен для нас. Если у вас инфаркт, нажмите 1. Если инсульт, 2. Если приступ эпилепсии, 3. Или дождитесь ответа оператора ритуальных услуг. Доброе утро, Володя. Ты уже Привет. Кофе попил? Да. Да ко мне сделай кофе. Сейчас сделаю. Сколько тебе кофейку? Ну, одну можешь кофейку без сахара и чуть-чуть воды. Половиночку. Так? Угу. Пожалуйста. Пожалуйста. Это что вообще, я не поняла? Сколько раз говорить, что не насыпать гречку в банку из-под кофе? Я вчера уже 2 раза так вот выпил кофе. Да ко мне не в чем хранить гречку. Как что, мне кофе? А ты же не видишь, что это гречка? Лен, ты не видела мою летнюю резину? Нет, не видела. Стой! Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец.